мы приехали на большой Салбыкский курган. Давно хотела на него попасть, посмотреть. Огромные валуны, менгиры оказались здесь. Блин, о царе. Здесь около 50 захоронений, энергетически заряженные. Многие здесь шаманы, экстрасенсы проводят обряды. Мы внутрь не пойдем, мы обойдем. Большой Салбыкский курган. Вот этот вход в сам курган. Здесь раньше была возвышенность, как у египетских пирамид. Мы его сейчас обойдем и посмотрим. Цели брать. Вот эти огромные валуны, и для людей до сих пор загадка, такая же, как и загадка египетских пирамид. Их сюда установил. И какими силами. А вот внутри сама могила. Но останки давно выкопаны. И находятся в Эрмитаже. Вот мы, кстати, там были. Но почему-то не сходили. А если вам понравилось это видео и вы узнали что-то новое, то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще более интересные видео о новых местах и путешествиях.